В бобслей молодой человек пришел не сразу. С 2006 года Эльвир начал заниматься легкой атлетикой. Через год уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В 2008 воспитанник ДЮСШ спорткомитета увлекся бобслеем и продолжил работать над улучшением своих спортивных результатов. За время занятий Эльвир Хузин неоднократно становился призером и победителем республиканских и российских соревнований по легкой атлетике и бобслею. На днях стало известно, что Евтекамец определен в сборную нашей страны для участия в предстоящих Олимпийских играх в Сочи. Напомним, стартует самое масштабное спортивное событие 7 февраля.